В Ульяновской области стартовал федеральный проект «Университетские смены». К нам прибыли 15 подростков из Луганской Народной Республики. За 10 дней они как следует отдохнут в Ульяновске. Всего в нашем городе планируется провести 9 таких смен. На вокзале старшеклассников встретили активные студенты Ульяновского государственного педагогического университета и ректор вуза Игорь Петрищев. Прямо на перроне ребятам пообещали сделать их отдых в Ульяновске интересным, полезным и увлекательным. Во время первой университетской смены школьникам расскажут о нашем городе, проведут экскурсии. Я вам желаю вот с таким же хорошим настроением провести эти, официально 10, но получается правильно, молодой человек сказал, что 11 дней с учетом сегодняшнего. Наши ребята, преподаватели, ресурсы педуниверситета готовы помочь вам сделать так, чтобы все было хорошо, дружелюбно. И вы оставались в замечательном настроении. Отдохнуть и набраться сил в Ульяновск приехали лучшие ученики 9-10 классов Луганского высшего училища физической культуры. Тренер по волейболу Тереза Ахмедова признается, что собирались в Ульяновск быстро. Узнав о проекте, за 3 дня подготовили необходимые документы и выбрали самых способных участников. Прекрасное настроение выехать. Возможность выехать совсем в другой город, далекий от нас. Ну, мы бываем часто там в Ростове, а это, конечно, далеко. Интересно очень. Волга здесь, я так понимаю. Нам очень хотелось бы все это увидеть, новые впечатления и отдохнуть, просто отвлечься от учебы. Анастасия Литвинова учится на отделении легкой атлетики и занимается пожарно-прикладным спортом. Девушка очень рада возможности сменить обстановку, отвлечься и отдохнуть летом в Ульяновске. Ожидания от поездки, думаю, будет очень интересно. Ожидаю увидеть что-то новое, хочется посмотреть город. Все-таки новая местность, здесь никогда не была. Очень интересно. Денис Юсупов занимается баскетболом. Он приехал на ульяновскую землю уже во второй раз с желанием отдохнуть, узнать много нового и хорошо потренироваться на базе педагогического университета. Выступали мы в Ульяновске уже на чемпионате СНГ было. Заняли 4-е место, к сожалению, из 12 вроде. Торжественное открытие первой университетской смены состоялось во дворе гимназии №1. На линейке ученики школы подняли национальный флаг Российской Федерации. Старшеклассница Луганского училища Валерия Кугатова рассказала, что ждет от отдыха только хороших впечатлений. Очень интересно посмотреть город. Тем более я никогда не была в подобных местах. Да и в принципе в лагерях не была. А тут выпала такая возможность. Вот, в принципе, очень интересно и походить, и погулять, и посмотреть. В день русского языка ребята из ЛНР вместе с учениками первой гимназии возложили цветы к памятнику Александра Сергеевича Пушкина. Позже в гимназии для ребят провели занятия «Россия – это мы», интерактивную экскурсию по историческому центру города и деловую игру «Я – экскурсовод». Валентина Никонова, Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.